Играя такие стратки, мы отлично тренируем такую штуку, как на самом деле сосредоточенность очень хорошая. Потому что вот, например, после поражения такого обидного, неприятного, на бейлингах взорвались, есть такой легкий, но есть он тильтик, да, у кого-то он... Тилт — это раздражение, можно сказать, да, у кого-то это более ярко выражено, у кого-то менее ярко выражено. Вот, и, к примеру, начал следующий матч я против Терана. Да-да. Да. Да, супер, спасибо. Угу. Вот, и из-за этого сейчас билд поехал. То есть я сделал сначала ненужного дрона, но это не сильно влияет. А вот на данный момент то, что я... не заказал... газы вовремя, может сыграть злую шуточку со мной. Я надеюсь, что мне хватит газа. Я просто сейчас чуть больше времени подобываю с трех газов. На самом деле, то есть даже такие темы — это неплохо. Потому что дает немножко этого. Ну, креатива немножко подумать приходится. Как вот добыть газ, например. Все, газа хватает. Копим на новую партию тараканчиков. Там 75 газа, да, закажем. И четкое попадание просто. Все, ралли-поинты у него сломались. Так вот мы одержим победу, ребята, вот так вот мы одержим победы. Чем еще хороши такие тактики? Вы четко будете тренировать хотя бы что-то одно. То есть, если у вас еще опыта нету большого, вы, скорее всего, распыляетесь в своей тренировке. Вы пытаетесь сделать много разных вещей, которые на самом деле не нужны. Ну, не все нужны и не все очень рациональны. То есть, возможно, вы пытаетесь там набивать АПМ. Возможно, вы пытаетесь там постоянно контролить каждым юнитом. И из-за этого у вас проседает, к примеру, макро-механика там или еще что-нибудь.
Вот, либо наоборот, вы только макритесь, при этом у вас микромеханика полностью проседает. То есть здесь мы учимся делать просто ровно билд. То есть в этом сила. 14 оверлорд. 2 газа. И все, и начинаем делать ровно. То есть, да, вот мы учимся играть хотя бы 3 минуты ровно. И самое главное, у нас игры будут, ну, очень короткие. То есть мы не будем затягивать 20-минутные игры, мы даже будем выходить из них, если, ну, так получается, что игра затягивается. Наша цель — сократить именно время игр, причем достаточно значительно. Без понятия, будет ли это бункер раш, надеюсь, что нет. То, что я пару лингов не заказал, которые бы мне не помешали. Ну, как говорится, опять же, всегда мы можем допустить маленькие ошибки. Вот. В любом случае, мы берем еще с собой одного оверлорда. И готовимся. А, ну мне так, газа достаточно. Так, оверлорда чуть поздно подвожу. Видим бункер. Мародеры, весьма интересная защита. Мародеры не стреляют по воздуху, это можно заобузить будет. И начинается микроконтроль, который мы, к сожалению, проигрываем, по-моему. Посмотрим, сможем ли вытащить на вот этих ровагерах. Здесь, конечно, лимитик уже готовый нашего соперника. Ну, теоретически нам вот этого может и хватить. Особенно если соперник не будет уделять внимания происходящему. Thank you.
Ох, опять отбился. Thank you.
Так, ну чё. Всё, это мы выиграли. А вот почему мы ее выиграли, это очень даже забавно. Сейчас все расскажу. Итак, что очень интересно. Наш соперник на данный момент, это соперник, который был в мастер-лиге. И именно против таких ребят лучше заходят вот эти стратегии. И это важно понимать. Почему я проигрывал прошлые игры? Все очень просто. Ребята, как я говорю, в алмазе. Их реакция, это такая овер-реакция. То есть, если совсем правильно играть, нужно посмотреть, что он делает, и начать строить дронов, и играть дальше в эту игру, и мы как бы уже в преимуществе. Потому что, когда мы делаем барак, фэктори и два бункера заранее, именно так отбивались прошлые соперники, мы тогда теряем всю макросоставляющую, именно которую можно сделать. Этот же соперник пытался выйти во вторую базу, пытался продолжить играть. Именно против таких стратегий наша тема работает намного лучше. Поэтому не стоит отчаиваться, как только вы начинаете проигрывать первые игры. Просто старайтесь делать лучше. То есть вот в этот раз я уже делаю намного идеальней. И у меня уже, посмотрите, в 3.46... Равагеров атакуют. Это очень правильно и круто. И вот эти тайминги нужно соблюдать.